Hi, today we're going to read a Russian poem, Uznik by Aleksandr Pushkin. If you want to see the rest of the poems in this playlist, which are mostly in English, there's a link in the notes below. Also in the notes below, there's a link to an English translation of this poem. Сегодня мы будем читать стихотворение Александра Пушкина «Узник». Пожалуйста, поставьте лайк, делитесь этим видео. Вы можете подписаться на этот канал через красную кнопку в углу экрана, и субтитры вызываются кнопкой CC. Александр Пушкин – русский поэт. Он родился в 1799 году и умер в 1837. Это стихотворение «Узник» было написано в 1822 году. Сижу за решеткой в темнице сырой. Вскормленный в неволе орел молодой, мой грустный товарищ, махая крылом, кровавую пищу клюет под окном. Клюет и бросает, и смотрит в окно, как будто со мною задумал одно. Зовет меня взглядом и криком своим, и вымолвить хочет: «Давай улетим! Мы вольные птицы! Пора, брат, пора! Туда, где за тучей белеет гора, туда, где синеют морские края, туда, где гуляем лишь ветер, да я».